Я очень рад приветствовать вас в этом теплом уютном зале сети Корофильм Атриум. И от себя лично, от всей съемочной группы хочу поблагодарить вас, что вы смогли прийти на сегодняшний вечер к нам, на нашу премьеру, которую мы очень сильно сами ждали и в течение 3 лет создавали этот проект. Для нас это действительно очень важное событие. Как говорится, как-то раз, почти 3 года назад, я вместе со своим братом, который тоже является одним из основных продюсеров, сидели вместе с Кириллом Кемницем и Ярославом, которые являются режиссерами и режиссером-постановщиком, и сценаристами, и директорами по спецэффектам. Сидели как-то в кафе, и они нам рассказали, что вот есть такая история про зомби. Мы все вместе дружно посмеялись, а через месяц начали съемки фильма. Вот. Ну, я думаю, что лучше, наверное, расскажет о нашем проекте непосредственно режиссер фильма Кирилл. Давайте поприветствуем его. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Наконец-то этот день настал. Мы очень долго к нему шли. Хочу поблагодарить всех партнеров, которые поддержали нас, Мишу, Андрея и Федерацию Кудо, без которого бы этого проекта не было. Ну, что еще сказать? У меня была замечательная съемочная группа. Я не знал, что на площадке может быть так тепло и уютно, как с моей съемочной группой. И для многих в этой группе это был совершенно новый опыт. Это был дебютный проект для очень многих, потому что фильм для нашего рынка очень нестандартный. Кому-то подражать, пытались сделать что-то свое при этом с русским колоритом. Спасибо Вите Макарову, оператору. Вите, где он? Вот Вите. Спасибо. Ну, всем, я не знаю, как тут перечислять, художники. У меня были замечательный штат художников цифровых спецэффектов. Дима Носков, композитор, с которым мы очень долго и много лет, я думаю, будем вместе сотрудничать. Антон Зиновьев, который исполнил главную роль. Даша Торчилина. Ох, я даже не знаю. Фильм очень нестандартен. Мне кажется, там очень много эклектики, и надеюсь, вам понравится. И, конечно, огромное спасибо Юле, что она согласилась участвовать в этом проекте. Мы сидели как раз практически в том же самом кафе с ребятами, в котором смеялись и через месяц начинали съемки. Да, и подумали, кто бы мог сняться в этом фильме. И как-то первое сразу выдали Юлю Волкова, я не помню, то ли Миша, то ли Андрей сказал, мы так сидели. Как сразу, так, все понятно, Юлия Волкова. Мы позвонили на следующий день Юлии Волковой. Она прочитала сценарий и сказала, да, окей. Юля. Добрый вечер всем, кто сегодня в этом зале. Спасибо, что вы все пришли. На самом деле все уже все, по-моему, сказали. Первый серьезный такой опыт в кино, главная роль. Понравилась идея экшена. Потому что на самом деле зомби, вампиры, это все так слишком далеко от меня, я все-таки более, ну, такой мелодрама, какие-нибудь, может быть, триллер. Но экшен действительно, команда отличная. Спасибо еще раз всем, не буду говорить спасибо маме, спасибо Богу, не буду это говорить, скажу просто, было круто, Кирюха молодец. Но жду теперь ваших мнений после того, как закончится этот фильм. Мы посмотрим на вашу реакцию после. Мы тут забыли упомянуть одного человека, который очень много сделал, является тоже основным продюсером. Это Сергей Торчилин. Он постеснялся выйти на сцену, но я все-таки хочу, чтобы он вышел. Без него этот проект точно не состоялся. Его супруга сыграла одну из главных ролей в этом фильме. Да, Виктор. Ну, если он говорить не будет, просто повторить. Всем удачного просмотра. И мы надеемся, что в следующем году, возможно, сделаем вторую серию, если всем понравится. Я хочу сказать большое спасибо Федерации Кудо России. Мы, как сами, так сказать, спортсмены в
прошлом, сейчас там тренера, да, и там спонсоры Федерации Кудо. Очень много известных бойцов, чемпионов мира, чемпионов России принимали участие в этих съемках. Спасибо большое. ОС. Это был первый фильм, где была, вы увидите отдельную касту зомби, скажем так. Это зомби-каратисты. Нам показалось это очень смешно и здорово. Давайте начнем смотреть, пожалуйста. Потому что мы сейчас все по очереди будем подходить и объявлять. Мы расскажем про музыку, про все остальное после фильма. Все, и спасибо всем еще раз, всей группе. Кого не упомянул, enjoy.